Список добрых дел волонтеров из молодежной организации «Фидбэк» пополнился. Они благоустроили детскую площадку по улице Ленина. Когда-то она была уютным уголком отдыха для ребят со всех окрестных улиц. Но со временем заросла травой, краска на качелях облупилась. Для того, чтобы привести площадку в порядок и сделать ее еще более красочной, здесь собралось около 20 старшеклассников из городских школ. Почему ваша группа решила заняться благоустройством этой детской площадки? Во время летних тренингов мы решили реализовать этот проект, и сейчас мы этим и занимаемся. Ну, потому что мы увидели, в каком она состоянии, и все в наших руках. То есть, если мы не сделаем, никто не сделает. Скорее всего, потому что мы видим проблемные зоны города, и мы стараемся их реконструировать. Ребята пришли на площадку, вооружившись рабочим инвентарем, красками и кисточками. Трудились дружно и весело, чтобы восстановить это место отдыха. Im Radio ist ein Küken. Im Radio ist ein Küken. Und das Küken piept, das kleine 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 Küken piept. Im Radio ist eine Henne. Im Radio ist eine Henne. Und die macht Gurk. Und das Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept. Im Radio ist ein Gockel. Im Radio ist ein Gockel. Der macht Kikeriki und die Henne Gurk. Und das Küken piept, das kleine Küken piept, das kleine Küken piept. Мы планируем обновить площадку, имеется в виду перекрасить ее, так как старая краска уже облезла, поставить качели, песок насыпать. К вечеру площадку было не узнать. Турники, скамейки, песочницы заиграли яркими цветами, везде стало чисто и красиво. Насколько сложно для тебя оказалось участие в данном мини-проекте? Не было сложно, потому что пришло очень много людей, которые не остались равнодушными, и они помогали. Благоустройство детской площадки по улице Ленина стало результатом мини-проекта «Островок детства», который разработали волонтеры молодежной организации «Фидбэк». Мне показалось это довольно несложным, потому что у меня была хорошая команда. Мы вместе разрабатывали этот проект, писали его. Напомним, что волонтеры разработали 3 мини-проекта. Бюджет каждого составил 5000 лей. В ближайшее время будет реализован последний из них по установке урн на автобусных остановках.